сторонке курите, ждете его плевка. Ну и Коба огненно тебе, сейчас на тебя аура. Ну да-да. Все, заебись, прожмешь тогда. Набухивайся. Тут надо что-то другое найти, блядь. На сера прокает три неебаные. Поехали. Улетайте, милики. Снобель полетел. Подводи, Кать, Снобеля. Ой, бегу, сори. Залили Снобеля. Ебать, вы какую кучку сбежались. Пиздос. Добиваем Снобеля долго, очень, очень долго, очень долго, блядь. Второй выпал, еще первый живой. Снобеля подвели, РДД. На ком? Залили Снобеля. Я говорю, вы свой урон ближе приумножаете, когда дамажите по двум целям. Ближе Снобеля. Нобель, да к ногам подводите, между ног, прям под яйцами становитесь. Понюхали их и ушли. От тебя это стрёмно звучит. Что, блядь? Заливайте с Нобель, да. Ближе, 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 подвод. Забирай. Всё, отлично. Иди с Нобель, да вбей. Снобель сейчас заливаем, заливаем на танке. Снобель быстро все свичнулись. Быстренько его слили, и он пошел дальше танковать. Ебалом да, торгую ради вас, можем... парни. Бывает. Все добиваем. Что у вас на обоих стаке, ебать? Кинешь Коба под Авану, Боб. Ага, коса. Набрали рэндж. Ну, похуй. Все равно молодец кто-то. Что-то жалко. Абдот или огненная? 5, 4, 3, 2, 1. Поехали, Геро. Сейчас плюнет. Ага, Мелизону пидораска плюнула. Скидывайте себя сразу баблами паладины. Урон, чтоб не терять. Чтобы вас хилить не приходилось. Там крылья по таймингу в этот плевок. Понял, да, да, я понял. Баван, Мелизону сейчас. Спрячься, когда милики, не беги. Берни, 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 берни. Да, скинь. Отдала бы. Все, милики стоят. Милики, вы разбегите, пусть в центре РДД останутся. Ага, добивайте РДД. Все, держим рендж. Дайте рибов повару. Сейчас дадим. Добиваем, ждем плевки, Коба, смотри за огненной. Сдобиваем и смотрим за ренжом своим. Хитрый второго танка, я на подавании посижу. Выхиливается. Все, я в очко спрятался, ко мне не подбегайте. Дамажим, дамажим. Что там был привок уже? Да, да. Пишет, что сейчас еще один будет. Наверное, не успеет. Успела. Успела. Кошелюха, блядь. Сорян, я, значит, затупил. Один бы. Есть Аркрайт, дай БР Аркрайт. По кому? Лок, лок, отойди, да, по больше бразильцу дайте. Бразильцу, да. Все. Сразу рибав. Милики, смотрите, сейчас блюет и лужа. А да, он стоит там еще лучше, живая, к воротам, наверное, веди. Бухни, Коба, не забудь. Что слетел уже 3%. Ребафы сразу потом накиньте. Накинем. Сейчас, когда спрячется,
Выйдет рев. Также РДД только добиваю, если спрячется. Милики уже на рев сядут, когда она спрячется до конца. Давай, должно убить. Милики, вы слышали, что я сказал? Когда спрячется? Они уже побежали рева хуярить. Блять, да я хуй знаю. Смотрим, что... Блядь, что прыгнет. Внимательно смотрите. Жимочки не отдавайте. Сейчас урежется и все скинете. Прохилите танка, ебать. Ну вы что? Разбежались. Хожу во сне. Вот с центр почти бежит, где все собрались. Блядь, меня нахуй в щит закинуло. Неужели, блядь, элементаль водный меня пугает, пиздец. Вон на домаш. Что показывает огром, я нахуй сейчас оторвется. Да. Кто из вас станет четырёво? Вар. Все, окей. Теперь подаван. А нахуя? Ладно. На меня служат, я без пристабов. Ну, разбежались. Бля, сорян, сейчас дам пристабов. Я заебанен. Скрим на тебя, в самый край бежит. Отбежать изи вообще. Благодарю. Все, ебашу. А, ты потанчишь, да? Да, да, да. А, ну окей. Бей, подала. Сюда урон, ёпта. Монки, ты чё там слился? Сейчас дунет поближе, РДД подойдите. Немножечко сдвиньтесь. А похуй, половина как стояла, так и стоит. У нас здесь жарить. Ну и ты нужна помощь. Не показывает. Где? Кого, видит кто-то? Кто-то нет! Вот Катю, ладно! Бегу, бегу! Хорошо, заехали в него. Что-то дом пидорас, блять. Не хочет, чтобы мы убивали. Еще один прыжочек. Подошли поближе, РДД. Сейчас дыхнет. Меня дышал, да. Разбежались. Монки на себя, в самую середину, где вы все стоите. Молодцы, добиваем. А лок спину дышит, пиздец. Сейчас проебу ему. Стоп, так это нас может поздравить без единого врезания? Вау! Впервые в мире, да? Парольте трофей, кому он нужен. Не чтобы продать, а может кто-то тэшку все улучшит. На другой спект, там еще куда. Я на ДЦ хочу 4Т9 собрать. У меня вот один трофей остался. Или один, или два, не помню. Сферу парольте. А там Катя кидает, блядь. Чё там Катя? А это могло быть мое утешение. Да и так твое утешение. Утешайся сферой. Парольте пояс. Пояс парольте 258 с духом. Мутику кинжал. Охуенно. Не, блядь, мак. А чё, у нас протовар сможет в одного Джараксуса оттанчить? Я могу в ДД спекнуться. Не, лучше в два. Ну ладно, как хочешь. Я предложил. Пояс человек тебе нужен, Анзай? Анзай, нужен пояс? Миссия Мегатёв. Да, хороший пояс. Конечно же нужен. Кинжал, то там рога, а тебе нужен? Ебать, а хули вы накидали, блядь? А можно мне на кота? Ну, вам действительно нужен? Я просто не шарю за хантов. Да вы гоните это на рогу только. Им нужен. Кому, хантам? Да, да. Нихуя себе. Ну, так там РП. Не знал, что ханты это с кинжала бьют. Я броги дал. Да ты чё, они фуллогичные. Дело не в этом, они чарят на кинжал. Ловкость себе и всё. Ну, это для ПВП, наверное, да? Это для ПВЕ. Я думал, они с алебардой ходят. Ее еще выбить надо. Хуй знает. Так, ну
Кто там умирал, то тогда пробафайте заново. Рыбу не буду ставить уже. Я бы отдал роги нахуй на месте хантов нахуй. Они ловкости больше лутают с двух одноручек. Да это все понятно. Ловкость, хуевкость из-за того, что роги... Ну я бы тоже роги отдал. Вот реально, типа, по-человечески. Нахуй. Арбалет же вам, типа, приоритет, значит, да. Руки, ухо. Да, я вот... Ну, типа, сами думаете. Ну, типа, я ну, взываю к совести, нахуй, я бы отдал. Так, ладно, запускаю, пока сейчас объясню, что делать. Да, ты объясни сначала. Да, по дороге объясню. Тогда вар ты на мобах, подаван ты на боссе. Вот. Будут появляться порталы, в них играем. Вулканы играем, мобы появляются, в них играем. Постоянно должно быть чистое поле. Только Джараксус, все нужно заливать. Вот. Косты сбивает танк, подаван, ты на костах. Маги воруете стаки, но тебе помогают. Облачко, я и хожу, мы диспелим стаки все. Чтобы их не было. Мага стаки не заберут, что ли? Блять, там бывает такое, что маги начинают воровать, а он молнию кидает и умирает, потому что они просто не успевают забрать все. Так что лучше... Маги не обессудьте. Да там... А Джаракса порталы заводить нет? Да, порталы подводи. На первую... Этих, блять... На первую големов Геру отдадим, на вторую прожмемся. Да, две минуты. А я вижу, у нас еще до первых големов времени вагон. Рыбу, кстати, ставили, кто умирал, поешь. Только элита не умирала. Пытаемся, 10 секунд осталось. По метке буду говорить, но там, смотрите, паладины, там роги, маги могут скидывать. 5 секунд до начала. Поехали. А что ты спамишь, Катя? А мне надо. Не поможет. Ну вдруг. Простак, если что кричите, я тоже могу не увидеть. Поехали в портал. Коба дашь ему стан на конце? Ну вот сейчас-то зачем? Да он сдохнет еще достану. Нахильте Аркайта. Мобов заливаем, мобов приоритетно. Заливаем мобов. Два моба, их не должно быть к вулкану. Иначе они хилам все косты посрезают. Прохильте вара. Дон пирожок. Бля, мне аж сложно говорить это. Это танк. Я понял. Огонь. Можешь бабл нажать, бубль-гум. Сейчас так я прошляпил, ничего, их еще не было. Прохильте ДК. Сейчас Рики. Вулкан. Поехали. Геру давайте. Прохиливайте. У кого есть прожимки защитные, отдавайте. Там ДКшники. И еще. Сразу инферналов добиваем быстренько. Давайте. Поехали. Станы, если есть, скидывайте инферналов любых. Хорошо. Все, добиваем в босса. Может был красава. Локал прохильте. Локал 5 секунд прохиливайте. Все, красавчики. Все еще вулкан приплоты, кто еще не потратил, отдадим. Я нажму гимн. И облачко, скажу тебе, когда тоже нажмешь гимн. Прохильте, бразильца. Далеко. Гавар, на тебя огонь. Красава. Когда врата? Хуй знает, сейчас уже будут. Врата. Поехали во врата. Давайте. Все, паладины есть стан, скидывайте. Аркрайта прохильте. Сразу тёлок добиваю. Далеко. Блять! Прохильте, все хорошо. Чё, одна появилась, что ли? Разъёбываю да. Я. Ревендарт, нажми глыбу. Хорошо. Все, поехали, босс. Стаки. Стаки, блять, поздно нахуй. Их уже здесь спали без меня. Кобу прохильте. Сейчас все припоты, прожимочки не сдавайте, ждем вулкан.
Кирин на тебя. Скрилим, блядь. Все понял. Вулкан через прохилки. Ага. Готовим все к вулкану. Поехали, вулкан. Отдавайте свои прожимки. Забиваем быстрее. Ебать. Гимн сдал. Облачко, сдавай гимн. Заливаем быстрее инфернал. Аркрайт, сдай свою хилку массовую. Побежал. Субосса бьем. Ну еще ворота и телок нужно будет убить все равно. Облачки маны не было на хилку. Надо было нажать внутреннее сосредоточие. А мы похильте, типа нида. Так ты скажи, я кину тебе иннер. Чё ты чё? Тихо. Все, ок. Прожили, хорошо. Никер, огонь на тебя. Сейчас появится портал, нужно будет залить его. Поехали в портал. Давайте портал добиваем, и босса добиваем. Сейчас сдай облачко, сейчас сдай облачко. Добиваем портал быстрее, медленно очень бьем. Там лужа. Ну, хуёво. Так сбоку место есть, блин. Добиваем босса, все, в босса заехали, 9%. Огонь сейчас. Гавра, прохильте. Стаки, стаки. Огонь, монки, на тебя. Давайте, давайте. Добиваем. Молодцы. Рессуйте, Паш. Ух ты ж, блядь. Катя, ну что ты, блядь? Я все дал гимн, когда первый раз сказали. Порольте кожевку. У кого есть кожевки, рольте. Я понарочу буду смотреть. Я пока отойду. Ебать, танкалут чисто. Отдай все, все протику отдавай. Кроме утешения, порольте. Утешение. Сферу порольте. Ты тоже протику отдай. Надо, дай. Трофей по рольтикам нужен одеть. Что там, облачко тебе не надо больше? Да надо банк смотреть. У меня то ли еще один остался. Но я все равно не выиграл. Поэтому ладно. Дело в том, что мне нужно отойти сейчас 10 минут. Пиздец, как срочно. Да. Отходи пока, сейчас чемпы вывалятся. Пока объясню, беги быстрее. Так, блядь. Я пока лохнусь просто, чтобы мало ли чё. Тебе нужен это танк вар? Да, 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 конечно. Надо тебе вот это вар? Да. Пацаны гонят вар, одевается, ебать. Рольте хилы. Бля. Ну, зато в гильде. Анзай! Анзай, красавчик. Отходите, чем пол буду вызывать. Катя, убегай, я понимаю, ты сейчас строчишь личку уже, Анзай. Че, у Кати нет? Кати нет? У меня героического нету. Так у него тоже нет критического. Ну да, я понял, что добрый человек, но не ведись на женщину. Ведись, ведись, сердру, это будет покруче. Да, тоже верно. Ну, Анзай, да просто продай ей. Ты же за 50, 70, 100, минут 5, 10, 15. Утешение заебатое. Надо было тоже утешение паролить, что говорят, пласт прям заходит. Пласку можно сгонять купить? Ну да, пока время. Даже просто. Нужно. А поставьте шкаф в ревандах, тут вообще нет, а то он vegetables. Так. Ебать, ну сетап, конечно, говно ебаное. Рога хант, ИК, вар, пал, ебать, ну пиздец, короче. Давай, Аркрайт, ты сидишь на варе. У
тебе нужно кидать руты и кидать смерч. Ты его контролишь. Можешь там, если тебе сложно ДПС эти контроли, только контроль. Главное, чтобы вар никому не подбежал. Аркрай, ты слышал? Да. Отлично. Катя, твой ДК. Кидаем корни приоритетно. Вот. И смерч, когда он потягивает кого-то. Но если за этим не следишь, не парься, просто контроль выдавай. Вот. Слышала, Катя? Да, поставьте шкаф. ДК твой не забудь. Да-да, я уже взяла. Подаван, ты сидишь на... Что там есть у них вообще? Ты на магии сидишь. Ты ему бьешь касты, притягиваешь в каст. У тебя два сбития каста плюс притяжка. Ты ему... Да, я знаю. Очень хорошо должен держать, пока мы у него не переключились. Вот, вар, тебе нужно сесть на... Что там у них, блядь, есть? Тебе нужно на ханта будет сесть. Мы будем играть в рогу. Ты ханту можешь станами сбивать в каст. Там только станами сбивается. Вот, иначе он верным выстрелом у нас перестреляется. У тебя два стана. Терпи их только на касты. Просто так не сдавай, хорошо? Вар-танк. Да, да. Все отлично. Так, играем в рогу. Потом играем в ханта. Потом играем чернокнижника. Потом маг. Вот так вот. По контролям еще. Хожу. Тебе надо будет на шамана садиться, сбивать ему косты, кидать жабку. Хорошо? Ага. А что там, жрец еще есть? На жреца. На жреца, на жреца. Блять, на жреца давай маг Ревандарт. Ты ему покидаешь полиморф, позбиваешь косты там своим долгим костом, но все равно какая-нибудь хилка там на 50 косарей вообще будет отлично сбитая. Хорошо? Ревандарт услышал? Ну, в общем, твое дело держать под контролем жреца. Да, у тебя очень глубокая есть, отлично. Вот. Твой жрец, жрец, антар. А, твой, блядь, мага, жрец, лок, ты просто домашний, ничего делать. На локал по контролю ждрули. Ага. Как обычно, в общем. И давайте паладина поферяет у нас. Ну давай ты лока поферяешь, фетиш лок. Поферяй его, чтоб он к нам не подходил. Он, в принципе, урона там дикого никого не вносит, но все равно стан даст, кого-нибудь выебет. Тебе пала нужно контролить. Слышал? Все, фир не скидываешь. И тогда еще давайте Кате поможешь. Скрим. Ты покидаешь фир в ДКшника. Возьми его в цель. Если он не в контроле, кидай ему фир. Потому что там хил может промазаться, в контроле он кого-то выебет. В принципе, все. Жильцы забегайте в кучу, всегда сдавайте масфир. Пока да. Только от когда уже забежали. Слышишь? У нас да. Же бух, походу, улетел. Так он же сказал, отойдет, не он говорил. Его в Дисе нету. До этого еще кто-то выходил, да. Ну, сейчас доберем. Что я хотел сказать? Массовыми не бейте, то есть мор не распространяйте, ШП не кидайте 4-4 и так далее и тому подобное. Бейте точно шаманы, поставьте тотемы замедления и тотемы, которые впитывают заклинания, постоянно обновляйте, что они частенько что-то полезное все впитывают и вреда другим не приносят. СС, да. Там, Катя, ты не раскидывала по СС? Смотри, может дать на меня и Аркрайта, так как 2 БР, и на кого-нибудь из танков тогда, как ну, предложение. Да, давай скрим ты на Асоку даешь, на Ардру. Локал давай тогда на Аркрайта, и фетиш лок давай на... Вот на любого из танков. На Степаниду дай. А, даже лучше так, да. Степанида, ну ты знаешь. С танком мы не будем получать урон. Ну да, лучше на Степаниду. Ну что, я тогда сейчас поищу человека вместо жбуха. Облачко-то предупреждал. Ну что, пока это в 4 нажать, чтобы ласки не капали. Не успел написать, Катя уже накатал. Тебе что, утешение отдали? Ты что, счастливый? Блять, Анзай ходит, других одевает.
то он там... Тогда Скары Гер ей больше ничего не отдаем, у него тишина. Там ничего такого не падает. Да ладно, сейчас в этом общем чате напишу. Десять минут же уже прошло по-любому. Где-то наебал у нас облачко. Можно без него трайнить, в принципе. 3 минуты прошло только. Да нет, да не могло так мало пройти. Давайте да. Без него в пизду его ждать. 3-5 минут. На готовность проверяем. Что, рыбу? Рано. Ну не буду ставить 2 человека, хуй с ним. Потом сейчас лайкнемся, я поставлю. Ну стой, перепивайте, у кого кончились. ДКшники по притяжкам. Сначала никер тянет, потом коны. А все у нас. Так вопрос стойки тяните. Что? А, вопрос стойки. Вопрос стойки. Что-то это влияет на что-то? Пизды не получишь. Не, ну мы и так и получаем, что стенка на стенку. Ну, если надо, я продам тебе, если у тебя кончается. Все, давайте, даю счет на пол и поехали. Как максимально близко притянет ДК туда, бежим и бьем, в принципе. Не надо ломиться туда, прям к ним. Заливаем рогу, потом ханта, потом чернокнижника, чтобы петов поменьше было. Все, даю отчет, даю ДК притягивать. 4, 3, 2, 1. Никер, давай, беги. Давайте второй. Геру давайте, поехали. Контроли скидывайте, не забывайте. Ох, ебать, мы меня тут сели. Вар бегает свободно, Аркрайт. Не бейте массовыми, еще раз говорю. Зачем вы меня дали сейф? Если бы мне нужно было, попросил, я в тучке бегаю. Бьем крест. Фиры скидываем. Я убери контроль тебе дерево. Ход ты можете? Забейте, тут народ попадал уже. Мы рогу даже снести не успели. Ребят, ну очень плохо с контролем. На меня прям 3 человека село, я дал фир, ушел в тучку, хорошо, типа, ну, не умер. У кого-то нету этих сейвов. Какой-нибудь шаман на него садятся, он умирает. Вот на меня сел рога, я бегаю. Кто-то стоит, просто пизды получает и ждет, когда его убьют. Тут этот контроль не поможет, когда на танке. Ну, танк упал. Надо, чтобы хотя бы 1-2 моба были на танке. Нет, мы в тот раз убивали так. Только ДП пизды будут давать. Ну, в смысле, тут все законтролены, кто будет пизды давать? То есть все должны просто контроль раздавать. Контроль это не бесконечный, они же диминишного подчиняются. Пока первый вылетает контроль, уже, ну, то есть кончается, когда уже первый моб должен быть мертвым. А сейчас что получилось? Что просто не выдали. Я говорю, прибежал вар в вертушке, нахуярил так всем, что, блядь, дай боже. Че, вар сдох там, да? Ну, не знаю, да там все поумирали. Вот кто поумирал, милики, понимаете, даже мы если в рогу играем, это не значит, что на вас рога сел, и вы такие, ну мы же его все равно бьем. Нахуя мне убегать? Нет, вы, блядь, поворачиваетесь и убегаете от него, от роги. Понятно, что в него играем, но он, если вас начинает бить, вас никакой хил не прохилит. Там 2-3 тычки, и вы мертвы. На ханта поможет только вихрь друидовский. То, что как это там... Астана? Станы на ханта не работают, да? Да проще на других дать. А нахуя, если у нас друли всего 2, и я их на миликов сажу. Миликов только друли хорошо контролят. Ну да. На ханта нормально из протостаны и дизарм варовский. У него прото свой точечный, плюс дизарм. Плюс еще рывок. То есть у него ебать сколько контроля в кассе. Еще оковы у этих ДКшников троих есть. Тут милики законтролены, это такому не нужно кинуть. Ну, по идее, должны быть. Ходки хорошо, постараюсь. На мне также ДК. Сейчас посмотрим. Так, ну, ДК, он пуржить. Есть еще, хожу, ага. И облачко сейчас. Да. Облачко вернулся. Вон он.
заебись. Так, рок, ДК, вар. И все получается, да? Да. Тогда ты, Катя, также ДК, Аркрайт контролишь, также вара. Не забудь, вот это твоя самая главная задача. Насрать на ДПС. Я его рутанул, он просто вихрь снимает. Уровень. Ну, понятно, ты сначала ему кинь вихрь, а потом рутани. Чтобы у него... Ну, хотя хуй знает. В общем, постарайся за контролем. Так, ну и что у нас остается? У нас остается рога, блядь. И хант есть. Давайте также в рогу сыграем. Что сложно контролить, за спину прыгает. Заливаем рогу. Также вар на ханте. Потом крест. Потом ромб. Потом мага. Также на маге подаван сидишь. Ты ему там все ДПС сбивал в этот раз, а ничего не успел кастануть. Ну да, вначале я прям все сбил, а потом типа КД. Ну, заебись. Так, на шамане Анзай сидит. А, хожу на шамане. Ты ему сбиваешь косты, жарку кидаешь. Анзай по контроль паладина Вилана. Покидаем жарку, позбивай косты. Локал ты дерево афиряешь. Остается, что на шипе там. На шипе тогда ревандарт по контроль шипешку. Что там? Да вроде все, да, все. Ну и также забегаем, присты закидываем, атмосфер, не жопим. Друли скидывают корни по себе, баф и так далее. Если у вас есть какой-то контроль, который я не назвал, скидывайте его. Лучше второй будет поверх все, чем вообще ничего. Раз пока люди не поймут, что тут важно контролить, а не бить, будем вайпаться. Все готовы. Даю отчет. Также ДКшники тянете рогу. 5, 4, 3, 2, 1. Вторую притяжку. Поехали, Геро. Дай БР-кать. Угу. Контроль выдавайте. Даю БР. Там ебать народу забежало. Масфир забежали, дали. Хожу, бегаю, в тебя бьет ШП. И милики, наверное, на тебя. Массовыми не бьем. Забиваем робот. Анзай в тебя играют. Хожу, опять тебя играю. Все просаживаются, пиздец, как жестко. Масфиры, присты. Кто-то не отдал. То, блядь, 4-4 кидает. Ну, облачко, ебаный в рот. Нахуя ты это делаешь? Я видел, что ты кинул. Если это не я кинул, то ты остаешься только ты. Так он написал, что он кинул. Ну так, блядь, очевидные просто вещи. Где ДПС? Я понимаю, что вы контролем занимаетесь, но урогу должен снести за первые контроли. А мы облизываемся, смотрим, умираете? Поворачивайте спиной. А что, мы всегда так ходили, типа, стенка на стенку, до спятки? Да, да, да. Что-то мне кажется, если... Вот ты даже если танками отведешь, пока люди не научатся контролить, ты их не убьешь. Ну, разница есть, либо минус 2, минус 3 моба, либо все мобы хуярят нас. Большая разница. Ну, нас никто не должен хуярить, когда люди выдают контроль. Ну, а контроль-то он не вечный. 10 секунд по лицу. Да, я понимаю, что он не вечный. За 10 секунд не снести 4 ляма никак. Милики вечно в контроле держатся под рутами и смерчем. Милики, да, но там РДД же. Ну, там понятно. Я посадил людей, которые косты на урон сбивают у кастера. То есть, если милики законтролили, кастером первые позбивали, все, там уже легче дальше. Ты хочешь, чтобы танки отвели, их хилил холипал, и они стояли в очке с говнощитом? Да. У нас ДКшников не хватает, чтобы далеко отнести. 3 ДКшника, по-моему, да, было? Да, ну, один давай, танк. Ну давай я в танк спекнусь. Давай. Да, подаван в ДД и притянут 3 притяжки. Нормально притянете, одного зерганете. Мы с Варом там потусуемся, друг друга подефим. Давай, гангрен. Ой, блин. Степанида, ты тогда сними. Прожмешь бабл, и с тебя будут наседать. ССки есть? Если да, есть, киньте на Степаниду так тогда. Так же, как я говорил. Ты понимаешь, что сила атаки увеличена на 10% пропадет, если я сейчас уйду? У вас ханты, да, то же самое же, нет? А, ну окей.
ММ-хан бафает. Где у нас два сурвата, чё? У нас незаменимых людей нет. У нас бразилец ММ. Так ты же, бля, у тебя фрост, нахуй ты фроста делал? У тебя же бурс заебатый был. Ну, бурс, он бы здесь тебе ничем не поможет. Я здесь ну, стабильно буду. Ну, ханта, наверное, есть у кого-то ММ, он спекнется. Ну, они оба уже в ММ. Бразилец, стрельба. Два ММа. Так, вар. Ну-ка, я тебя смотрю. Давайте тогда вар и вы стоите. Тоже охрану не качаешь, негодяй, блядь. Короче, меня пиздить будет, в мешалку дашь. Я тебе каплю дам, если тебя будут пиздить. Я буду пока до таунсе себя через бдилку и по тебе... Таунс здесь невосприимчивость, ты в курсе? Ну тогда пизда проблема. И насчет таланта охраны задумайся. Гром бесполезный талант. Тогда ты умрешь. Не, в прошлый раз я как раз остался, а потом... У вас хил будет. И надо сделать так, чтобы забегали, вот ругаясь и вот с той стороны, да, чтобы вы там стояли. Я понял, я знаю, что это делать. Ну вот вам справа проще забежать, ДКшника забрать, Ивара. Ну давай тогда... Войд, ты Вара забираешь. Там на кого бог пошлет, там так не работает, таунтов нету, там ну, повезет. Понятно, понятно. Все равно смотрите на свою цель. В общем, вам нужно ДК и Вара забрать. Вот, а мы получается, тогда я никого не контролю, да? Ну почему? Ну я ж на ДК висела, а ты сказал, что они подожди. Давайте, сейчас смотри, Катя, если прибегает, ты контролишь ДК. Также Аркрайт, если прибегает, ты контролишь Вара. То есть ты его держишь в цели, за я ним понял. Следишь и закидываешься, что. Вот, заливаем тогда ханта, потом... Что, блядь, рога там еще ебаный. Потом рогу заливаем, потом мага. Где чернокнижник, сука, блядь? Потом чернокнижник. Слева заходим, ДДшники, танки справа заходят. Притягивает сначала никер, потом подаван, потом коны. Вот мы здесь стоим, где квадрат сейчас, сюда и должны притянуть. Отсюда никто не двигается. Все стоят на дощечках. Если вы увидите вот сюда, на вас дернется какой-нибудь ДДшник. Вот этого вот нужно избежать сейчас. Стоите, спокойно дамажите. Вам все сойдут. Если вы убегаете, убегаете вот так по дощечкам, бегаете. Просите, чтобы вам боб дали или еще что-то, если на вас сели. Сессы раскидали, да? Так, по контролю. Хожу, твой шаман также. Анзай, твой также паладин. Ревендарт, тебе нужно будет посидеть на жреце. Локал поферяешь, друля. Хотя бы эфиром кинуть. И все, в принципе. Масферы скидываем. ДКшники по откату притягиваете цели, потому что хант отпрыгивает. Так они убегают тупо. Если... Допустим, сюда куда-то цель выбежала, бьем. Если он вот здесь уже, не нужно сюда бежать, значит переключаемся на другую цель, либо стоим, ждем, когда его притянут. Если сюда выбежим, сразу притянется два медика. Рогу? Рога здесь будет сидеть в миризоне, куда он будет на престол бегать? Он просто не сможет туда забежать. Тут вот ДДшера надо садить. Да, отлично, хорошо. В принципе, все. Ну, Канария тогда тоже... Покидай, наверное, в чё? В мага покидай контроль. Полиморф ему кидаешь. Окей. Okay. Все. Да все вроде. Ничего не забыл сказать. Была же рыба, нет? Чё не покушали? Ладно, танки там готовы. Давайте отсчет кидаю и поехали. Ждем, стоим все здесь. Медики, ДДшники. Массовые также не кидают. Все, тащите ДК. Второй ДК, третий. Поехали, Геро. Все, есть стан, в кастом отдадите стан. Паладин. Ревност не был, в меня вмешательство, дай пока. Давайте, дамажим. Типа не докапали баблы все. Мага БР, Катя, есть? А, Аркрайт, да, мага БР? Давайте, добиваем. Потом мага притягивайте, ром. Ром, если есть притяжка, притягивайте сейчас. Мага, поехали, ром. Косты ему бьем, не смотрим.
Массовые не кидаем, массферы скидывайте. Блять, прохильте. В тучке меня убили, ребят. Жень, массферы. ДКшники, если есть притяжка, отбегаете, притягивайте обратно. Далеко уже, сильновато. Массакрус, типа не. Все, поехали. Еще притяжка, если есть, сдавайте. Давай, не может троих ДК быть сразу в КД все. Ближе к стенке ДКшники. Все, заехали. Долго бьем. Очень долго. Если есть контроли, которые вы никогда не сдаете, скидывайте в любую другую цель. У нас сферы должны были у престов уже откатиться. Шаманы, обновляйте тотемы. Да, помогите, да. Кто-то к Степаниде, подбегите, помогите нам. У нас тут. Катя, поможешь? Давай, иду аккуратно. Поднимай себя. Кожу, если что, прожмешь, должна встать. Да, да. Если на тебя побегут, беги по стенке просто. Добили, поехали, блять, что там осталось? У звездочку, типа, да, звездочку, лодочку, да. Я черепа. Самула поконтрольте, кто там хожу. А, хожу мертвый, да? В выдохе мертвый. Избивай. Оттягивайте, оттягивайте, хорошо. Держитесь там. Если шо, бабу. А, типа, не до умер. Я держу. Обоих держу. Петя Шлок, убери своего беса, он стоит за контрольного шамана, бьет и с контроля выбивает. Что за приколы? А, есть какой-то фир? А, все, дали, все, не надо. Хорошо. А в Самула отлично кинули контроль. Масферы скидывайте. Он не должен ничего кастовать, цель, которую вы бьете. Диспельте Аркрай там в рутах. Блять, все время в рутах постоял. Войта, поднимай. Войт, прожмись, что есть. У тебя тринки, может быть, остались. Ну, перетягивайте еще. Добивайте. Ну, потом. Давайте, потом Вантара. На мне кабина. Тоже будет. Оттягивайте. Добивайте это, Антара, оттягивайте. Поставил череп. Поехали в череп. Ну зачем корни ему дали? Его притянуть корнях не могут. Притягивайте. Отойди дальше, я сейчас бревно. Есть. Не бейте. А, все, отлично. Заливайте. То Антара контролил, садитесь на любую другую цель. По Степани есть бы. Бля, кто там мор юзает? Прям. Ща дам. ДКшники, не нужно кидать мор. ДК, оттяните, если есть. Отлично, красавчик. Степа, вставай. Ну, давайте. Кстати, давай жди светы. 50-60. Ну, сфир, блядь, ну диспельте. У нас сфером пробежало 3 человека все время. Притяжку скидывайте, сесть в Антара, его еще долго бить. Заливайте. У вас холик колдует. Ну, я видел. Добивайте Антара, потом в ромб. Ромб притягивайте сову и его долбите. Давай, тяните. Есть притяжка, ДКшки? Не бегите за ним, если притяжка есть. Вторую, если есть, притягивайте к стенке. Ну, бейте там, как откадешится, так оттяните. Самула контрольте, косты ему сбивайте. Че он кастует? Все отлично. Все есть притяжка, утягивайте. Не надо корни давать по цели, которую бьете, потому что его притянуть не могут из-за этого. Капли от КДшилась, давай кап. Каст. Вдвоем вас хилим. Роги, красавчики, самого контролят. Если ману себе как сюда и отлично. А, и лучше себе, да. Добивайте, давай так, я сейчас понимаю. Инер, кому дать? Дай мне Инер, а я Степаниде. Сокотана. Потом в череп вливайте, оттягивайте как можете череп, ДКшники. Еще есть притяжки? 10 секунд. Хорошо. Да, отлично. А, ну да, так охуенно получилось, что они не сорвались. Ну, конечно, обычно просто сорвались всегда. Это из-за того, что брони у меня меньше. То есть щиточек говны оставить? Ну да, конечно. Ну, понял. Руты не кидайте, еще раз говорю. Вы сейчас руты дали, человек притянул, и он не сдвинулся с места. Замедление оставят, что он. Замедление? А, ну я понял. Не такой тотем сейчас замедление ставить нужно. Нет, потому что в талантах у Лема прокачан то, что он... Понял. Окутывает, короче. Я понял.
набиваете, потом... Давай полипала заберем. Да-да-да, я поставил метку уже. Потом в ром заезжаем, подтягивайте его. ДКшники, у кого не в КД, бегите, подтягивайте. Отлично. Еще есть притяжка? Ну, можете уже туда подходить. Все равно последний оранжевик. Листы смотрите, когда будут баблки, да, чтобы здесь спали. Бля, ты смотри, они прям не срываются, стоят, им вообще похуй. То есть уже в упор подошли люди практически, они стоят, здесь милики бьют танк. Угу. Нихуя, блядь, холипал. А, может, Фере побежал? Ой, этот, приз. Чё, пизда вообще? Это приз прям вбежал в них, ебать. Может быть, Фере было не заметил. Нет. Готовьтесь диспелить 38% у холипала. Нужно будет бабл сразу снять. ДЦ, держи на Фоксе. Убивайте, красавчики. Убивайте, ДКшники, оттягивайте крест, бегите, у кого не в КД. Рогу оттягивайте. Есть, ДК, все, еще есть притяжка. Ебать, ему плохо, он танков хочет. Танки вкуснее. А чё за хуйня? Я такого никогда не видел, нахуй. Ну похуй да, на ткань, ну, просто он в моменте шаг сделал. Типа, такой удачный момент был для притяжки. Просто будет на свою, блядь. Они, в принципе, блядь, вообще не бегут на рейд. Ты видел, блядь, они какие-то ебанутые? Я понял, что ты щиток одел, ты что-то там скинул. Ну, там же есть ткань, блядь. У них почему-то вот угроза на мне насчитывается, как у обычных мобов. За счет чего это? Ну там рейнджа ясно есть, если типа вот ДЦ подошел, он будет на него считать. Он вообще в упор уже когда подбежал, а так в принципе рядом били и похуй. Знаешь, они не реагировали. Да даже я спокойно стояла, хилила. Они там один раз на меня согрелись и все. Он в тире заезжаем. Вы можете забегать туда уже тире бить. Просто они ебать не реагируют прям. Обычно так сложно их удержать, что пиздец. Ну так боссы убиваются типа вот за счет этой разницы в броне. Да понятно, мы пошли вот, стенка на стенку. Вот для прикола, Вар, сколько у тебя сейчас брони? Скажи цифру. 30246. Это у Вара, блядь? Это у Вара, блядь. Откуда у тебя столько, блядь? Вот у него 30 тысяч, а у меня 15500, нахуй. Ну, блядь, а у меня, нахуй, на ШП, блядь, 10. Ну, а там еще, там модификаторы расстояния и у количества ХП еще считаются. Если, ну, если ты близко подойдешь, тебе пизды дадут сразу. Потому что у меня ХП больше, чем у тебя. И расстояние, и ХП, и броня. Три вот этих параметра они считаются. Как выгоднее пизды вам дать. Ну почему холипала тогда хуярила? Ну. Ну хуй знает. Нахуй ты, блядь, со своими логиками тупыми лезешь. Там его сама убила. У него ХП меньше. И он, ну, стоит досягаемости, они его ебанут. У него брони дохуя. Там хэпала, сова убила, она прибежала сова, от вас, она да, она агрится на исцеленный урон. Он хилит же меня, блядь, там пиздец сколько урона он отхилил. Вот каждый исцеленный урон, сова агрится, убивает, блядь. Я потом, когда подошла, сова начала то на меня, то на него агрится, и предлагаю, всё. Блядь, дать мне с этого босса паролить на танка, блядь, дальше на ретрика. Мы что подумаем. Что ты предлагаешь? Давай, роль на танка. Все, оба разы. Блядь, мой топор. А ресните меня, пляс. Боюсь, нахуй, зайду, не разролю нихуя. А тут ничего и не выпало, блядь. Да, я вижу, что выпало. Хуй ты меня наебешь. Опять на R2, блядь. Не, на танка не выпало. Одеваем Катю. Там еще слова есть. Скоро лопнет. Трофей порольте. Смотри сразу там, сколько чел надо, чтобы взрывать сферы. Мне в танке три оставаться. Человека два, 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 два. Почему мы два? Три человека. А три мы ставили? Прошлый раз. Ну, давай, давай. Мы три человека ставили в прошлый раз. Ну посмотрите. Да, там. Ага. А три, наверное, по-моему. Рольте сферу. Короче, если кину меньше 50, то упадет выбор, и я его срою. Смотри, кинул меньше 50. Урод. Мы в тебя верим. Ну, я бля, прикалывайтесь. Реально, Коба. Коба, у тебя алебарда впереди.
Никакого алебарда у меня нету, чего обманываешь? Да вы чё, блять, там охренели? Ты не ретишь, не надо, ты по приколу кинул. Ну вот нахер. С РП. Да, 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 Венерия. Ебал я. Чё, я не слышу, чё Венерия сказал. Он ничего не говорил. Ну, если что-то напишет, тогда вот это наш. А Венерия это чё за челик? Ну вот, добрали. Ну, он одетый хорошо. Просто здесь с РП, типа, вряд ли ему надо. Наверное, по приколу. Да, ай, нахуй я тебе отдал тогда, блядь, вообще. Вообще как бы гавру, по сути. Да ну, нахуй оно мне. Подожди, подожди. Давайте разберемся с этой шмоткой сразу. Венерия ее ролил? Да, да. Да, он ее выиграл. Так, ему паладин, отдать, которого добрали, ты тут? Я у него спросил 10 раз, он молчит, надо ему или нет. Венерия, ты тут? Он выиграл, просто тебе случайно отдали. Не, я понял. Венерия, ты тут? Где он, блядь? Отдай гавру, да и все там. Он никому нахер не нужен, СРП. Давай мне, да-да-да-да. Пароль, тесова и Катя. Вон он пишет, дай паролу. Он пишет, давай? Дай паролу. Ну, отдавай, ну, дай паролу, значит, это его. Блять, ору нахуй с этих людей. Надо написать, что РП пал не роль. Тоже правило. А что все пароли или груда кожаные, ебать? Не вижу, чтоб Катя или Сова пароли. А, мы пароли, у меня 89, у Совы 35. Где вы пароли? А, блядь, чё, выше. Нахуй он в Сове, Сова, ты чё, блядь, курилась? Женя сказал, ролит Сове, Сова ролит. Нахуй он в Сове, это залупал. Надо ролить все, что не приключено к полу. А, у Гавы бы второй был бы, да, такой? Ну надо написать, что, блядь, пал не будут ролить. Урона больше будет упало, это стопудово. Отойдите, уберите. Сейчас я запущу и дам. Давай, кидай. Сколько там СПД стоит? 433 гривна. Чё, мне в танк обратно, да? Да, да, тебе в танк. Нихуя ты, а ты две хочешь? Так, рыбку ставлю. Я 6 минут на фласке осталось. У меня тоже 4, сейчас перепью. Получается, что у нас? Войд ловит? Монки ловит, да? И-и-и. А я выживу. Бразилец. Да выживешь-то. Они, конечно, дамажат, но нормально ловится. Если ты не будешь, конечно, ловить белые. Они же тебя не дамажат. Начинаем, да, с белых или черных, это тут половина черных. На воронке черные. Что делаем? Ловим, да? Как обычно, меняем? На воронке. На воронке меняем? Нет, вас прохилят. Ну, если ты все не уверен, меняй. Или в хилах. Берите белую, все как обычно. Хорошо, кто с нами обычно не ходил, мы начинаем с белой. Слышишь, Жень, я лучше на сопрот перепью, чтоб меньше давать, чтоб, блядь, не переагривать. Хорошо, да, тут можете сопроты сейчас перепить, потому что на ласте... А, мы же не будем оно бобить. Тут у кого кончается, можете перепить, можете ДПС. Тут не принципиально. Ну, давайте побыстрее, 9 минут осталось. Сейчас, у меня релоад пишется, блядь. Женя, да. Там еще спросили про СС на кого. Ну, все то же самое, все так же, как и давай. Так, и третий человек у нас Брас, ты половишь, ты же уже ловил? Раз, раз, два, три. Все, отлично. Тут давайте я сейчас приди. Поставлю вам зоны, где вы ловите, чтобы вы не потерялись. Войд, ловишь между метками. Дал тебе луну. Угу. Монки, ловишь позади рейда. Скажи, слева-справа. Скажи, позади, где? Позади рейда. Видишь, где трусы? Угу. То есть ты вот в этой зоне бегаешь, ловишь. И когда, у белого тоже сзади он, да? Да, да, да. И Брас, ты вот здесь ловишь сбоку. И когда белая будет, ты ловишь с дальнего конца. Хорошо? А, типа зеркально, да? Да, да, да. Ну вот ты, получается, я, вот здесь. Я внутри, вот снаружи. Да, Брас, ты на звездочке и на ромбе ловишь сбоку. Все, хорошо? Понятно. Ты всегда сзади рейда, а Войд остается на месте всегда. И все. Давайте по... Спецспособностями я буду линковать.
Так что все. Главное, не забегайте прямо в них, чтобы другие могли тоже поменять цвет. Да, фласки перепьем. Сейчас тоже будем бахнуть. Все, даю отчет. Потом не поел. Мне, в принципе, плевать. Фласки потом проверю после пула. Ой, после кубьем. Сапрот же можно выпить, да? Да, 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 да. Я же надеюсь, мы сразу не бейте, дайте огромно бить. Я скажу, когда. Только на пулы бьют сначала. Венерия, ты че, зачем темную взял? Иди светлую бери. Да пусть сдохнет. Ну, поехали, поехали, ДДшники. Браз, есть БР в Браза, Кать? Сейчас дам. Давай. Дал гимн пока. Дала. Сейчас баф кину на стамину. Браз, осторожно, белые вообще не касайся. О, да, белых не касайся. Помните, кто у нас ловит монки, Браз и... И Войд. Скоро спецспособность. Готовимся. Прохилите. Облачко, дай гимн на ХП. Ничего не меняем, дамажим. Подаван сам собьешь, хорошо? Да. Друид, скиньте спокойствие. Прожмите на защиту, что у вас есть. Сильно просели что-то. Все отлично. Ничего не меняем. Прохиливайте хантов. Войд, прожмись. Хантам щитки накидайте и поднимайте. И жите на фулах. Отлично. Ну, прям охуенно ловить начали. Или не летят? Не летят. Он черный, Браз, красава. Давайте Геру. Бля, ты Геру попросил, когда у тебя баф прокнул? Нет, у всех прокнул. Нет. Тихо, темную поменяли? На темную поменяли? Дамажим белую. Кто не поменял, меняйте на темную. Еще раз говорю. Давай не зыбкую, побежали. Перебегаем. Массакру дал. Прожмитесь. Ага, красава. Сейчас белые будут. Стали, стали, все, красавчики. Дамажим белую. Вы тоже там метки должны поменять на темные. Ой, влетает нас, пиздец, прохилить и нечего больше прожать. У кого остались пружинки защитные свои, отдавайте. Эти шлок, раскол прожми. Ну, говорю, собьешь вар сам потом, хорошо? Аркрайт, дай и БР по монке. Красавчики, добиваем, в принципе, хуйня осталась. Бля, белая летела, блин. Да. Давайте, следующее не должно быть спецспособности. Ну, выбор, конечно, не упадет, но похуй. Упадет. Но выбор все равно топ-5 ДД. Ну, я думаю. Да, ну, я тоже, блядь. Выбор, блядь. Хуй, да? Выбор. Есть, есть. Ебать, есть, да, выбор. Ну, выбор, вау! Все, все, все. Ну, топ-5 плюс Войд будут ролить. Потому что Войд на танк спекнулся принудительно. Трофей рольте. Ой, блядь, где нахуй лут нормальный, а? Кстати, Жень, пояс, который на хила, можешь, если что, отдать себе, потому что у меня такой же. Слова пароли с тебя нужен? Да, давай. У меня идентичный, потому что. Блядь, где, сука, вторая лежит?
А не отклонить не могу, блядь. Серьезно, блядь. Что за хуйня? Ну, ко мне подойди вот сюда, отсюда можешь тыкнуть. Это фьюл, а? А, все, нормально. Да, она просто не нажимает. Давай я тебе дам распределяющего. Ну, что давай. Она у меня просто не нажимается. Я тут стыкаю, он начинает ее смотреть и пошел нахуй, говорит. Ну, давай, давай. Все, кинь на ролл там что-то. Только, что ты треню кидаешь сейчас? Сейчас сначала, вот. Перед артяга. Тем... А, ну у меня даже, видишь, получение сведения о предмете. Что-то хуй знает, что за хуйня. У тебя забагалось, видимо. Да, перед тем, как кидать треню, я скажу, кто кидает ролл, чтобы все не кидали. Ты сейчас смотри, кто сколько зарыл, я-то не слежу. Да, я смотрю. Ну, там Коба, Монки, Венерия, Никер, Коне. По-моему, у Венерии есть уже треня, да? Я говорю, кому рецепт там отдавать по роллу? Там рецепт сейчас кто ролится. Сролил? Я тебе говорю, следи за роллом, ты говоришь, да, слежу. Фейк, да, Аркрай. Смотри, Канария. Аркрай, да, 52. Я думал, ты не про это. У Венерии уже есть такой, так что... Выкидывай на ролл, но не кидайте пока ролл. Сейчас скажу, кто сейчас, кидает. Сейчас сфера. А, лок. Я же не вижу, что в ней лежит сейчас. Коба 87. Бубль Гум 96. Следующая три не будет. Бубль Гум 96. Угу. Все, дай Бубль Гуму. Кидай на ролл. Сейчас, сейчас, сейчас. О, все, начало у меня отображаться, заебись. Ты что, сейчас триньку? Давай, да, кидай триньку, да, кидайте Коба ролл, Монки кидай ролл, Никер, Никер кидает, Коне, Войд. Да у меня есть у Никера. Ага, Коне тогда, Войд, Брас. Нахуя покидали там? Красавчик. Что получается, Брас, Коне, Войд? А, все, пять человек, да, покинуло? Никого я не проебал? Никого не наебал, вернее? Все. Ну, ну все, да. Браз в любом случае, даже если рог он кинул тоже. Так что Бразу скидывай. А ты не хотел фантом идти ебать. ГЦ, Браз. Ну и пояс кидай на рог. Так он самый ниже всех, кстати. Только рога, если роги нужен. Рога тебе нужен? Рога, пояс да. Надо? Да, да, он дорогал, давай. Филюха, давай сюда выбор. Ну я сейчас накатаю, что паладин, например, с РП не ролят. Это же будет правильно, я считаю, никто не против. Давай. Нам тут портал поставили в Долоран, ребят. Да, я уже съебался. Первый маг, который поставил портал и не улетел. Бля. Ну это знакомый же маг. Все, я пошел. Мы такого не можем. Да, не идем дальше. Я же писал сразу в поиске спутников, что Дуануба. Что, Войд Вара нет и хантов не хватает. Смысл там париться, время терять. Ну сейчас бразилец должен Монки передамажить. Не знаю.